Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами канал Ирина Шевелева в цветочном мире. Сегодня у нас уже 13 мая, и я хочу показать вам немножко, как цветут мои королевы. Королевы – это мои пеларгонии. У меня сегодня выходной, ребята, понедельник. Пришла рано утром на дачу и пришла сразу к своим пеларгониям. Любуюсь этой красотой. Ну и хочу вам показать, как цветут мои королевы, то есть мои пеларгонии. Не все, конечно, цветут. Очень много выдали цветоносов. Некоторые расцветают, некоторые вот-вот зацветут. В общем, хочу передать вам свой восторг и радость этим шикарнейшим цветением. Конечно, мои пеларгонии стоят еще вот так вот все в один рядок. Им всем здесь не хватает места, так как теплица потихонечку освобождается, но расставляются другие растения. Поэтому мои девочки еще пока ютятся здесь. Также очень холодно у нас. И заморозки были, то есть и на улице ничего не вынести. Но пока как-то так. Вот хочу вам показать. Первая моя красотка — это кара-роза. Она у меня немножечко пострадала из-за меня. Я ее пересаживала, пересаживала. Все не могла понять, почему она крутит листик. А оказалось, что это ее особенность. Вот первое соцветие моей красотки. Так она выглядит сегодня. Такая прелесть, такая расцвет красок. Это просто даже не передать словами. Здесь так, что у меня висит фуксия. И вот этот вот, она висела наоборот, то есть туда, к этому, к поликарбонату, к стеночке. И я не прищипнула вот этот побег, и она сейчас вот зацвела. И посмотрите, я только недавно увидела это. Ну да, с моей занятостью это не мудрено. Вот так вот она расцветает. Смотрите, какие бутоны крупные. Поэтому уже хочу вам и ее показать заодно. Два сзади же расцвели, а эти в полуроспуске еще. В общем, красотка такая прям вообще. Ну ладно, сегодня речь не о фуксиях, а о пеларгониях. Так, следующая у меня здесь стоит грушенька. Грушенька тоже хорошенькая девочка такая вся. Красивый кустик. Очень, конечно, жаль, что я не могу вам показать красоту кустов, так как они плотновато стоят друг возле друга. И вот она мне уже выдала два цветоноса. Но пока еще не распустилась. Ну ничего, будем ждать. Также рядом у меня красотка Мерлизон 2. Да, он тоже еще у меня не распустился. Но выдал уже несколько бутонов. Но вот один из них уже вот-вот-вот распустится. Такой красивый, прям большой. Видно, что будет очень большой. Также Леонора Аквитанская. Кустик шикарнейший. Но тоже еще цветоносики только-только начинают. Но рядом у меня вот такой красавчик. Это персиковый антирин. Господи, какой же он красивый. Он прям весь такой махровый-махровый. Ну, просто прелесть. Просто вот такие, знаете, как я называю такие цветы, мишками их трогаешь, они такие, прям такие нежные, как мишка плюшевый. Тоже выдает очень много бутончиков. Вот столько вот цветоносов идет с него. И вот еще один у меня там на заднем плане также вот распускается. Вот здесь можно увидеть и полураспуск, это роза-розочка, и также уже полный распуск рядом. Но когда они в полном уже соцветии, это просто вот красота. Вот он. Просто зрелище. Рядом у меня здесь стоит два таких вот огромных кустика. Это моя Эммануэлька. Эммануэлечка тоже выдала очень много соцветий уже. Вот они все выходят, вот видно вам, да, тут, вот там, вдалеке. Ну и также выдал по одному цветоносу. Вот я хочу вам показать на переднем плане, который у меня цветоносик. Вот он еще в полураспуске такой. Ну, тут тоже просто, честно говорю, нет слов. Я вообще в таком тихом-тихом восторге. И вот также здесь уже побольше цветоносик. Вот он побольше. Так как им места не хватает, бедолашкам. И вот она красота. Вот она красота. Как говорится, что я бы вот даже вот эту красоту нужно передавать как-то на холст. Художники, куда вы смотрите, рисуете красоту. Это просто красота. Смотрите, какая же она красавица. Но еще она не полностью распустилась у меня.
Вот это бутон. Вот, вернее, вот это соседи, а там столько вот этих красивых бутончиков. Розочка, просто розочка. Ладно, полюбовались этой красоточкой, пойдем дальше. Дальше у меня идет еще одна красотка. Она сидит у меня в 10 литрах. Это марокканская принцесса. Ну, принцесса, действительно. Какой же у нее цвет красивенный. Тоже выдает много бутонов. Вернее, соцветия. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И один у меня уже отцвел. Вот он. Я его очень нечаянно сломала. Здесь было 5 бутончиков на соцветии. Ну, а вот эта красота будет, наверное, еще красивее. Потому что такая многослойная. Вот так вот смотришь на нее, смотрите, сколько там слоев лепестков. Ой, вообще красавица. Также вот здесь она у меня тоже в таком полураспуске. Вот она, девочка моя. Ой, боже, какие же они красивые. Боже, один восторг. Просто один восторг. Здесь у меня пытается расцветать уже варигатна. Я ее поставила на первый план. Места нету. Вот видите, это варигата с джероблиб. Вроде правильно так называется. Может, неправильно произношу, но вот у нее будет такой вот ярко такой сиреневый, что ли, цвет и такая розочка. Ну, они меня уже цвели. Дальше у нас стоит Юве Королева Бирмы. Я ее черенковала и вот два цветоноса оставляла. И вот они какие красавцы. Но еще не распустилась. Здесь рядом у меня на первом плане стоит Эдвардс Элеганс. Это мой старый сорт. И вот посмотрите, какая это красота. Это действительно Элеганс. Вот. Вот он немножко уже начинает здесь отцветать. Но отцветание такое незаметное. Сейчас обойду с другой стороны. Вот так вот покажу вам его. Вот такое соцветие. Тоже довольно-таки крупное. Эдвардс Элеганс. Просто красавец. Я вообще в таком восторге. Вот здесь у него еще один бутончик такой уже более начинает отцветать. Вот он, какой он огромный. Вот на всю мою ладонь. А это уже новое соцветие. Да, моим девочкам здесь не очень удобно. Конечно, надо все это расставлять. Кусты такие огромные. Вот сударыня Зои начинает у меня зацветать. Тоже бутоны такие прям большие-большие. Вот это у меня Элеонора Аквитанская. Тоже она у меня сидит в 10 литрах. Девочки, кстати, хочу сказать, что все мои череночки, они приобретены с августа месяца прошлого года. В августе я приобрела Лара Мандарин, и вот с нее все началось. Лара Мандарин, к сожалению, у меня не цветет, так как я ее черенковала несколько раз. Также Элеонора Аквитанская. Вот все где-то я покупала с сентября, грубо говоря, по декабрь. И потом еще я покупала в марте. Но в марте, которую покупала, они у меня еще все маленькие, но обязательно вам их покажу. Вот это все, что у меня здесь вот сейчас, как такие красивые кустики, это, можно сказать, им еще года нет. То есть они еще молодые все. Это Леона Галактика. Да, это Леона Галактика, да. Это я немножко попутала. Вот они расцветают, моя Леона Галактика. Сидит в 10 литрах. И смотрю, у цветоносов она выдала. Раз, два, три, четыре. Вот это пятый. Ну, это, кстати, один из первых, конечно, но он красавчик. Еще не распустилась, но будем за ней наблюдать и буду вам все показывать. Дальше у меня Новис Ханна. Новис Ханна уже отцветает. Первый бутончик. Очень-очень долго она цвела. Прям вот, вот наверное, вот это третья неделя как минимум. Ну да, наверное, третья, потому что я уже 2 недели отторговала, и до этого она уже цвела. Вот еще один бутон такой красивый. Посмотрите, какая прелесть. Какая у нее очень вот такая вот... Ну, я не могу. Ну, просто красота. Вот эти мазочки по этим цветочкам. А цветочки такие все закрученные, махровенькие. Ну, просто прелесть. Вон еще один бутончик она выдает. Тоже это очень молодой кустик. Тоже мой череночек. Рядом у нас еще одна красавица. Это у нас, по-моему, Ириол Интернайт, или как там правильно называется. Да, Ириол Интернайт. Интернете или Интернайт. Кто как называет. Ну, посмотрите, какая прелесть. Это еще не полностью вот, соцветие распустилось. Вот оно. Сколько здесь еще бутончиков внутри. Просто не сосчитать. И вот она красавица, которая уже побольше. Посмотрите, какая прелесть. Ириол Интернайт. Или как-то, может быть, по-другому называется. Произносится, вернее.
Посмотрите, какая прелесть. Этому кустику второй год. Я приобретала его весной прошлого года. Вот ему уже, в принципе, год. Да, вот он красавец. Вот такие шапки. Первый год он мне такие шапки не выдавал. Ни Розалинда моя, ни вот эти мои все старые сорта, ни Эдерс Элеганс, вот он красавчик. Такие шапки они мне в первый год не выдавали. Дальше. Вот это у меня цветет, по-моему, кайлушарий. Да, кайлушарий. Вот тут он начинает немножко уже отцветать. Цветун невероятные. Просто невероятные. Я не могу посчитать даже, сколько здесь идет цветоносов. Вот вижу 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пока вижу 12. Вот такая вот красота. Просто прелесть. Тоже бутоны все еще не раскрылись. Но они большие, прям вот такие огромные. Красавчик. Следующая у меня красотка — династия Даджи. Она, я ее тоже, ну, я все свои, конечно, красавицы черенковала. Да, вот сейчас я немножко поверну. Вот такой сатете династии Даджи. Но как бы в самом соцветии я бы не сказала, что очень много цвета, бутончиков. Тут вот я вижу пока 5. Здесь, ну, она как-то интересная, очень интересно выдает цветонос. Вот у него цветонос получается. Здесь идет следующий. Вот, смотрите, как-то даже листочки. И следующий получается как соцветие. И над соцветием будет еще соцветие. Как лесенкой. Цветем лесенкой. Вот, но они такие красивые тоже. Очень красивые. Все махрушечки такие прям, ой, просто прелесть. Вот эта красоточка. Не могу далеко отойти, чтобы показать вам, какой, во-первых, кустик. Вот он такой вот шикарный. Красавчик такой. И вот он, я его, естественно, черенковала. Один оставила на цветение, не тронула. Можно было, конечно, и его срезать, но вот он у меня вот такой красивый. Смотрите, вот он. Вот этот цветонос. Один, второй, и они такие крупные, прям вот, толстые, прям стоящие, прям такие, о, вообще красота. Сколько там бутонов, ребят, ну просто не могу сосчитать, это просто будет бомба какая-то просто. Это будет моя Лолита. Дальше зацветают мои, тоже это мои старые сорта, вот этих три сорта, это мои старые сорта. Это у меня Джип Бишоп Вуд. Он златолистник, я его из-за этого как бы из такого красивого листочка и держу. Вот, ну тут будет тоже розочка, но первый бутончик, вот это совершенно первый бутон, он мне выдает, конечно, такую махровость, но в том году он мне хорошо цвел, мне очень понравился, поэтому я его себе и оставила. Дальше идет Юг Златослава. У нее, конечно, нежный такой розовый цвет, выдала бутончики, но у нее очень красивые листва. Тоже златолистничек с зоной такой красивой, бордовой, прям такая бордовая зона. Это у меня Весдалия Павлоса, тоже такой красавчик, но еще не цветет. Ну, а это Юг Златослава. Это красавец, уже цветет, очень давно у меня цветет, у нее очень красивый цвет такой прям... Такой мягкий-мягкий, такой прям мягкий розовый. Его просто хочется съесть. Вот мне как-то напоминает детство и жвачку Bubblegum. Такая вот, этот вот он отцветает уже. Вот такое у него отцветание. Бутончики не сильно крупные пока, но он еще разгуляется. Будет очень красивый. Так, а вот эта красавица у меня. Это Мерлизон 1. Вот хочу отодвинуться и вам показать примерно кустик. Какой здесь куст. Куст огромный, ребят. Я его, конечно, тоже черенковала. Наверное, снимала пару черенков. Но выдает он. Я очень жалею, что я его не пересадила в большой объем. Естественно, при таких уже цветоносах. Смотрите, какие цветоносы. Вот его еще один цветонос. Вот он уже еще, как говорится... Вот-вот и уже распустит свои бутоны красивые. Это будет какая-то тоже бомба. Вообще обалденные. Какие у нее листья огромные. Прям огромные. Вот это вот у него лист. Представляете, какой огромный лист. Прям две мои руки будут. Вот когда расставлю, конечно, будем это всю красоту наблюдать. Но тут будет что-то невероятное. Вот он, красавчик. Вот он. Вот он. Это его первый цветонос. Так.
кто у меня там спрятался с таким красивым бутоном. Сейчас как-то немножко тут буду раздвигать и вам показывать. Господи, так хочу скорее их расставить, чтобы они у меня прям... Это у меня Юве Византия. Вот такой у нее красивенный куст. Вот он, красавчик. Вот ее первый бутон. Очень жду, прям не могу. Вы не можете себе представить, как я это жду. Это у меня Катя Котская маленькая такая. Катя Котская у меня где-то еще один есть. Я вам обязательно покажу, как она растет. Новис Ханна. Новис Ханночка здесь тоже. Это у меня несколько. Вот видите, как неудобно. Тут бутон расцветает и уперся прям в перекладину эту. Так, а это у меня красавец кардинал. Вот он уже цветает. Значит, он у меня уже цветет, наверное, недели две. Вот уже такое цветание у него. Тут тоже настолько нежный цвет. Розовый, не розовый, яркость такая красивая, бутоны огромнейшие. В полураспуске натуральная роза, просто роза. Потом, естественно, они начинают раскрываться. Вот такие лохматые, красивые махровые цветы. Просто прелесть. Вот уже два цветоносика. Когда они уже начнут в полураспуске, я обязательно найду время вам их показать. Так, это у меня кто расцветает? Это у меня расцветает Юкупидон. Посмотрите, какая красота. Вот это вот, понимаете, цвет вот этой красотки, ну просто вот не знаю, как передать, если честно. Сейчас немножко додвинусь. Покажу вам еще там, еще одна есть соцветие. Я боюсь, чтобы не поломать здесь ничего. Вот она, красавица Юкупидон. Есть здесь бутон и в полураспуске, есть в полном распуске. Ну и еще, посмотрите, сколько там бутончиков. И, кстати, такой цветун, тут просто не пересчитать, как говорится, тоже даже... Нет, пока могу пересчитать. Вот они, сейчас вижу, пока не буду лезть внутрь, 5 соцветий. Красавчик, просто красавчик. Вот он уже в полном распуске. Здесь также есть, видно, вот смотрите, полураспуск и полный распуск бутона. Красота. Ну, а здесь у меня вот такой кустик тоже. Эту красоту нужно было бы, конечно, пересадить больше объем. Вот он весь. Вот его цветонос первый. Это у меня королева Бирмы. Девочки. А нет, это моя плесецкая, извините. Извините, моя плесецкая. Эту красотку, наверное, нужно было в любом случае пересаживать больше объем. Очень много выдает цветоносов. Вот прям на каждом побеге цветонос. И идут цветоносы за цветоносами. Моя плесецкая. Вот она, девочка моя. Вот она, красавица. Вы посмотрите, какой насыщенный красный цвет. Я даже не могу передать вот его. Естественно, камера красные цвета не очень передает, но это просто шедевр. Просто шедевр. Смотрите, как сколько там еще бутончиков. Вот она такая красавица. Полураспуск роза розой. Полный распуск полу. Такая махровая роза. И вот эти бутоны. Вот один, второй, третий, четвертый. И все, ребята, это вот буквально полгода. Приходили череночки. Я покупала очень маленькие. Вот эта вот красотка. Вот так вот. Такая красота. Прям не могу. Вы не представляете, прибегаю и сразу бегу к своим пеларгошам. Тут у меня тоже на первом плане Юг принцесса Грейс. Девочки, тоже красотка. Смотрите, какая красавица. Вот это полураспуск, полный распуск. Она как-то выпуклая такая становится. Прям, ну, вот такая она, девочка. Кустик тоже аккуратненький. Такой вот он. Очень тяжело мне показывать здесь кустики, конечно. Но формировочку они все прошли успешно за зиму. Эта красота у меня Анна Каренина. Вот это соцветие уже цветает. Вот оно уже цветает. И оно практически незаметно как цветает тихонечко себе. Не стала убирать соцветие. Вот она, красавица. А вот это вот свеженькая. Сейчас я его поверну. Это свежий бутон. Вернее, соцветие. Все время путаю. Бутон, соцветие. Куст тоже огромнейший. Листья такие прям вау. Вот она, девочка. Смотрите, какие красивые
У нее цветы. Сплошная роза. Сплошная красота. А вот это цветет у меня оранж-шоколад бегония. Тоже вся на цвету, вся такая оранжевая, красивая. Ю царская невеста еще у меня не зацвела, стоит. Это у меня Джоан Халло. Тоже мой старый сортик. Бутончики еще пока маленькие. Ну, очень жду, как бы уже июля. В июле она себя покажет. Так. А вот я вам говорила про цвет Катя Котская. Вот она, красавица. Вот такой у нее кустик. Смотрите, вот. Да, она немножко так вверх растет. Но все равно я ее сформировала. У нее еще таких 4 крупных стебля. И вот она зацветает. Тут тоже будет сплошная роза. Это мой старый сортик. Но сплошные розочки, но небольшие они будут. Ну, тоже классные. Дальше мы переходим. Кто у нас здесь красавцы такие? Так, тут принцесса Грейс у меня еще одна зацветает. А это у меня тоже Ириол Интернайт. Или Интернете. Кто как его называет? А, вот это вот соцветие принцессы Грейс. Вот оно такое красивое. Рядом Ириол Интернайт. Красавчик. Просто я не могу, это отцветает вот так вот. Вот он, отцвевший бутон. Вот такой он. Такой немножко грязнит, но поверьте, меня это все не пугает. И все это прекрасно убирается. И дальше наблюдаем нашу красоту. Вот она, красавица. Столько бутона. Здесь вот полураспуск. Полураспуск. Вот розочка. Полный распуск. Махровый такой красивый цветочек. Цвет тоже не передать. Вот они, красавицы. Бутоны большие, очень даже большие. Может, конечно, я еще не так, скажем, не вижу таких огромных. Это тоже мой старый сортик. Это Ноэл Гордон. Вот он, красавчик. Маленькие пока бутончики, но они разгуляются. Вот все вот эти старые сорта у меня в том году очень красиво цвели. Их было очень много соцветий. И они, пусть они поменьше по размеру бутончики, но они были яркие, насыщенные такие. В общем, красота. Этот у меня красавчик. Кто? Это у меня, наверное, Сутервейс Надя К. Он еще у меня не зацвел. Но кустик тоже сформировали красивый за зиму. То есть нет этой вытянутой палки одной. В общем, такой хорошенький, красивый кустик. Но он уже на бутончиках. Так, это еще у меня одна царская невеста, которая никак не может зацвести у меня еще пока. Но ждем, ждем. Так, тут тоже Надя. Это у меня, опять же, Анна Каренина. Вот она, красотка. Сколько на ней бутонов. И что-то они прям в одно время хотят распуститься. 4 бутона сразу. Вот она, девочка такая. Вот она. И, кстати, вот этот кустик я черенковала. Перед этим я вам показывала, я ее не черенковала. Также у меня здесь опять Нуис Хана. Вот этот сорт, ребят, я что-то из Apple Blossom, какое-то название, я еще не увидела его красивое. Кустик постоянно почему-то такой вот как подхлораживает, что ли. И цветы, видно, будут очень красивые. Ну, посмотрим в полном распуске, как она будет выглядеть. Из Apple, название полностью не помню, но точно слово есть Apple Blossom что-то. Это как бы для меня тоже новый сорт. Но посмотрим. Но сам цветок, соцветие, очень даже красивый. Посмотрим, что, как он себя покажет в дальнейшем. И точное название надо будет мне запомнить, потому что там какое-то оно очень длинное. Так, значит, это у меня тоже старый мой сортик. Просто заналочка красная. Ну, я его оставляю. Он такой очень красный. Не сказать, чтобы он красный. Он такой прям красно-черный какой-то. И вот такой вот, смотрите, соцветие. У него тоже огромнейшее соцветие. Он не махровый, простой. Но цвет и сам бутон тоже поражает. Этот красавчик у меня начинает распускаться. Девенпойнт. Это тоже мой старый сортик. Такой маленький, махровенький, небольшие соцветия будут, но их очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пока наблюдаю. 7, 8. Ну, в общем, вот такой красивый кустик мы тоже за зиму сформировали.
Вот такой он у меня, такой красавчик. И тоже ждем, ждем полного распуска. Так, кто у нас там на заднем плане? Не вижу. Ну ладно, это их что-то из моих старых сортов. Вот, вот это еще вам хочу показать. Джоан Хала. Тоже у меня их два кустика. Тоже с шапочкой немножко побольше. Ну, а это у меня, как всегда, мой Интернайт, наверное. По-моему, он. Нет. Это Джаггершус Боре. Боре. Да. Очень похоже, не с Интернайт, но тоже. Смотрите, какое красивое соцветие. Они в том году у меня какие-то были все мелкие. В этом году просто я поражаюсь. Они благодарят меня, мои девчонки. Смотрите, Джаггершус Боре. Ну, не прелесть ли? Соцветие не сильно крупное. Вот моя рука, и вот соцветие. Не сильно крупное, но красота. Цветун. Вот еще его соцветие. Красавчики. Так, на заднем плане у меня принцесса Мэри. Да, у нее цветоносики не крупные, даже немножко подзагорели. Смотрю, немножко розовый оттеночек получился. Но она обычно чисто белая. Чисто белая. Вот такие вот у нее соцветия. Тоже красавицы. Ой, тоже их так много. Потом они просто вот такое облачко белое красивое будет. Вот этот красавчик у меня. Это у меня принц Густав. Остался один цветонос пока, потому что я прищипнула его. И вот он уже цветает. Это принц Густав. Такие. Это тюльпаночка. Ну, уже отсевший, можно сказать, бутон. Но очень красивый был. Смотрите, вот какая у него мазочки какие на бутонах. Кантовочка розовая. И вот как будто бы кисточкой по ним прошли. Вот по чуть-чуть. Так вообще такая прелесть. Но он уже отцветает. Это вот моя Лара Мандарин. Так она разрослась, красавица. Сидит в 3 литрах. Но не знаю, будут ли здесь бутоны. Я ее порезала. Буду очень надеяться, что... Ну, резала я ее осенью. Может, все-таки будет что-то. Так, вот это мой красавец Бай Белые Росы. Он цветун, цветун. Это уже, наверное, даже можно сказать, вторая волна цветения. Очень красивый сорт. Тут еще одна. У меня, наверное, Новис Ханы 3 или 4 горшочка. Вот она начинает, это полурос, начинает зацветать. Ну, а вот моя звезда Водолея. Да, я вам хочу сказать, что тут тоже мощь. Тут немножко у меня листик. Вот он очень давно вот в таком виде. Чего-то он один у меня такой. А так вообще листва, сам кустик очень красивый. И, конечно, 3 литра ему очень мало. Он очень быстро пересыхает. Выдал очень много побегов. Тут очень много. На каждом побеге идет по 2 цвета, по 3. Вот я вижу на данный момент на одном побеге 3 цветоноса. Вот первый, второй и вот тут третий. То есть я тоже жду здесь очень красиво. Ну, смотрю, пока не сильно такие крупные соцветия, но тут вот покруче уже такой. Но жду, жду свою красотку. Жду. Так, это у меня ОГ Айгуль. Айгуль как-то зацвела. Смотри, у меня вот выдала вот такой вот бутон. Вот он, красавчик. Вот уже один распустился полностью, полный распуск. Вот они. Вот они какие красивые. Это Айгуль. Но одновременно выдала мне еще один, второй и третий цветонос. Красавица. Она действительно небольшая. Но пока сидит в 3 литрах. Но тоже пить она всегда хочет. Всегда хочет. Ну, здесь мои пошли розалинды. Тут мои розалинды. Они выдают, выдают и выдают цветоносы. А вот это у меня такой огромный красавчик. Это моя потеряшка. Как-то у меня выпали черенки, и я не знаю, что это. Ну, я думаю, что это сударыня Зоя. Очень, у меня есть маточный куст сударыни Зои. И он еще не зацвел. Это уже деточка от сударыни Зои. Ну, я так думаю, что это она. Зацветет, сравню. Потеряшечка моя. Ну, похоже очень. По листве, по кустику я определила, что это сударыня Зоя. Что я ее пропустила и вам не показала. Ну ладно, значит, она еще не зацвела. Вот такая красавица. Так, значит, вот тут у меня цветут мои розалинды.
Розалинда моя сходит с ума. Они просто сходят с ума, девочки. Вы посмотрите, какие они выдают у нас соцветия. Просто крупнейшие. В том году я уже как-то вам показывала видео, что такой красоты я от них не видела. Просто красота. Это Уайта Ринга. Кустик развалился у меня. Надо было его, конечно, подпереть. Тут немножко мешает Розалиндочка. Сейчас мы ее уберем. И я вам покажу вот эту красоту. Вот такое соцветие у Уайта Ринга. Красавец. Полнейшие розы будут. Полнейшие. Розовенькая окантовочка. Просто прелесть. Титаносов тоже выдает очень много. Поэтому это просто шедевр тоже. Ой, не могу. Ну, такая красота. Просто слов нету. Вот еще у меня один кустик. Это малышок. Я его формировала, обрезала прямо на пень. Так, это у нас тоже Джаггершус Барре, по-моему. Так, там моя Розалиндочка. И вот еще у меня этот сорт, который я говорила, название Apple Blossom есть. Вот я хочу посмотреть его в полном распуске. Что это за красота? Это у меня чисто белая зоналочка. Очень крупное тоже соцветие у нее. Очень крупная, вот видите, какая. Ну, она беленькая и немножко, смотри, тоже подзагорела. Чуть-чуть пошел розовый цвет такой. Так, дальше кто у нас тут? Тут у меня обрезанный кустик звезды Водолея. У меня их тоже было два. Вот такой вот первый был цветоносик. Но это, конечно, один. Что-то такое непонятное там. Вот, но все, он уже обрастает. Я его черенковала. Вот, ну это Розалинда все выдает свою красоту. Розалинда меня вообще поразила. Также еще у меня один кустик принцесса Мэри. Вот такой один титанос огромный пошел. Тут тоже у меня. Ну, вот так вот я не. Ну, а здесь уже пошли мои малыши, которые поливали, немножко залили. Где-то мои уже дублики. Это у меня кто? Это Элеонора. Подождите, не вижу. А, это персиковый авантюрин. Это мой дублик. Так, а вот еще у меня леди Винтер зацвела. Поливали верхние. Немножко выпачкали. Первый цветоносик. Леди Винтер. Махрушечка. А цвет какой? А цвет вообще необычный. Ярко-оранжевый, что ли? Или ярко... Не могу передать даже словами, что это за цвет. Просто какой-то... Просто красота. Одним словом, красота. Меден Шведен. Цветет тоже цветун страшный. Отцветает, дальше выдают бутон и цветет. Лист у него просто шикарнючий. Темный такой. По краешку только зеленца маленькая. Так, лист вообще красота. Пелоргонию даже эту пеларгонию можно только за лист полюбить. Но у нее и цветочки очень красивые. Вот он уже отцветает. Красавчик один. Видите? Я уже выбирала. Я не знаю, сколько убирала я здесь цветоносов от девушек. В общем, много. Это у меня кайлушарий, по-моему. Да, кайлушарий. Тоже маленький. Может, ему не надо было давать цвести. Но я решила все-таки, пусть цветут. Честно, даже времени не было бегать их убирать, цветоносы. Поэтому я ему решила дать подцвести. Он сидит у меня в 1,5 литрах. Тоже малютка. Это череночек уже. Это тоже Розалиндочка. Так, это у меня Анна Каренина там на заднем плане. Тут у меня все мои дублики, которые я черенкую. Это кто у меня тут? Сейчас посмотрим, кто это у нас. А, это Манелечка. Я ее черенковала. Вот она. Смотрите, как она разрастается. Я снимала здесь, наверное, 4 череночка. И вот такой уже кустик нарастает. Так, а тут уже, наверное, пошли мои новиночки. Да, тут Лея Жозефина. Я ее, наверное, не черенковала. Нет, череночек один снимала. И вот так он у меня растет. Вот такой вот кустик. И уже лезут бутончики. Бутончики я, в принципе, хожу, убираю обычно. Но уже, наверное, не убирала в ближайших пару дней. Это мне Ириол Профитроль. Тоже малюточка. Но я с него еще нет снимала. Да, снимала. Но он разрастается. Это маленький. Это в ближайшее время я получала. А это у меня кто такой? Даже не помню. Юзис.
Парцефаль. Парцефаль. Немножко здесь темновато. Если помея висит, надо как-то ее куда-то убрать. Ты помея, вот такой красивый куст. Вот он. Носит, носик вот еще пока один. Но такой неполноценный будет пока. Там тоже на заднем плане ЮВ дана. А здесь вообще места нет. Надо будет что-то придумать, чтобы их как-то расставить. Ой, и переваливать уже надо было бы их. Так, брать пока сюда. Это у меня кто тут? Это красавец. Это Теа Эйфа. Вот моя девочка Теа Эйфа. Такая она уже стала. Выдала цветоносик. Там второй, но я ее, не знаю, черенковала. Уже просто не помню. Да, я ее черенковала. Ну, как черенковала? Получается, был у меня череночек, я получила в марте. Я его прищипнула, это, то есть как бы прищипка, но сняла череночек. Вот первый титанос, Теа Эйфа. Что там будет у нас, не знаю. Это у меня мадам Помпадур, тоже здесь висит. Вот надо будет как-то сегодня подумать, куда бы их поубирать все. Титаносы огромнейшие, видите, какие они? Такая лохмушечка, но красивая. А на солнышке у нее пробивается такое ярко-сиреневое, там еще прожилочка внутри. Ну, цветоносы, я вам хочу сказать, такие крутые. Она мне нравится, потому что я ее выращиваю. Сейчас вот приближу вам. Вот она в полураспуске здесь видно. Видите, полураспуск и уже само соцветие. Надо, она мне сидит в 3 литрах. Надо куда-то ее придумать, чтобы разгрузить вот эту часть. Так, куда ее придумать, даже не знаю. Там везде все висит. Ну, что-то придумаю. Вот, видите, у меня еще даже здесь висят кашпо. Вот такие красавицы. Это у меня калибрахоа. Такие набитые кашпо красивые. Тоже надо придумать сегодня, куда их нужно. Там место проверить в большой теплице. Если будет, обязательно унести их отсюда. Чтоб мои девчоночки... Тут тоже на первом плане у меня миола шершеляфам. Это вот мои... Последнее практически приобретение, я их приобретала в марте. Тоже снимала череночек, вот начал куститься кустик. И уже 2 цветоноса. Это у нас кто? Это янтарный берег. Но он еще такой поменьше, конечно. Вот он начинает куститься, там столько внутри идет, много побегов. Это, так, это у нас рядом кто? Это ЮВЕ Феникс, по-моему, ЮВЕ или нет, не уверена. Почему-то не написала префикс, но неважно. Ладно, поправьте меня, если я неправильно сказала. Вот он, куст просто огромнейший. Выдал уже цветоносик. Рядом у меня стоит... Рядом кто у меня стоит? Тут уже я немножко еще в этих своих новиночках их не запомнила. Но ничего, я вам сейчас увижу и скажу. Это их муза. Муза выдала вот такой огромный цветонос. Вот он прямо здесь видно, его видите. Вот она, такой у нее красивый куст. Конечно, немножко подтянула. Вот эта часть у меня немножко подтягивается. Там у меня ЮВЕ Даная спряталась. Рыжая бестия. А вот этот красавчик кто? Кто же это у меня? Это у меня Эльбрус. Тоже выдал. Сегодня обязательно переставлю их, чтобы им было немножко больше света. Несколько цветоносов огромнейших. Фантазия Флёр. Я его еще не черенковала. Вот так он выглядит у меня. Можно уже, конечно, снять цветонос, снять или прищипнуть, потому что уже идет очень много побегов. Или снять черенок. Но снимать черенок, в принципе, можно. Тут уже столько цветоносиков идет, что просто даже жалко как-то. Ну ладно, посмотрим. Вот такой вот он у меня. Покажи, какой ты там лохматик идешь. Так, ну ладно, так, это у меня кто? Тоже тут видно, что прищипывался. Ну, прищипка это у меня снятие первого черенка. Это у меня византия. Ну, это, наверное, уже... А, не наверное, а это мой дублик, который я черенкую. Византия. Так, тут у меня еще спрятался кто? Миол шешеляфам. Вот он тоже такой. А нет, это Мальта, жемчужная свадьба. Очень красивый такой, прям красавчик. Что-то у меня опять с телефоном, но нет никакого фокуса.
Не знаю, что делать. Ой, ладно, ребят, видео, смотрю, вот так сильно затягивается. Как его можно меньше сделать, не знаю. Вот так цветет моя, посмотрите, Эрида за роскошь. Все, потеряла, не знаю, куда нажала, что сделала. Потеряла фокус. О, вернула. Вот она отцветает уже, там вдалеке начинают новые бутончики. Ну, а здесь все мои малышатины, которые... Что-то я пересадила в больший объем, что-то еще нет. Это у меня кто тут такой? Анна Жанет набирает бутоны такие огромные. Это Таира Любовь Орлова. Маленький такой. Он и был очень маленький. Я его еще и сняла с него череночек. Ну, бутончик пошел. Может, надо было, конечно, его убрать, чтобы нарос немножко кустик. Но посмотрим. Сегодня я с ними буду работать. Сегодня у нас подкормочка. Вот. И обязательно найду и место, чтобы немножко расставить. Тут уже все пошли мои новиночки. Разные. Уже не буду говорить вам по названиям, но их здесь очень много. И все они, естественно, очень красивые. Тут вот еще что-то у меня зацветает. Кто это у меня такой красавчик зацветает? Бутон тоже такой интересный, большой. Вот. Это у меня эхо любви. Вот такой кустик разросся. Большой кустик уже, конечно. Сейчас обязательно придумаю что-то, чтобы их привести немножко... раздвинуть все. Вот так у меня зать Атлантик Ред Велюр зацветает. Очень, кстати, похож. Он же отцветает, но очень похож на Black Rose. Как-нибудь зайду вам, покажу, как ампельные все цветут. Тоже они сейчас у меня все цветут. Вот этот у меня тоже красавчик уже отцветает. Такой ампельный. Так, это кто у меня? Сейчас посмотрим, кто это у меня. Пак Ред Сибил. Так, отцветает такой махровый. Довольно-таки красивый. Ну, красный цвет, естественно, не передает. Здесь очень такой насыщенный, ярко-красный цвет. А вот это мой принц Густав. Мой дублик. Но его сломали. Упала кашпо, оторвала ему здесь побег один. Ну, ничего, вырастет. Вот такое небольшое, ребята, вам видео по моим красоткам. Когда расцветут эти все девочки, я обязательно вам буду все это показывать. Всех этих малышей нужно уже переваливать больше объем. Я им пока не буду давать зацветать, которые в маленьком объеме, так как нужно пересадить. Но в середине лета, я думаю, мы с вами в любом случае увидим всю эту красоту. А на этом, ребят, с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. И пока-пока. Сегодня позанимаюсь этой красотой. Всего вам доброго.